Некоторые любят погорячее, а некоторые послаще. Что лучше, выясним прямо сейчас в новом ролике «Мультидо». Будь уверен, он по-настоящему тебя удивит. Ничего себе! Так много перца! Дух захватывает. Похоже, кому-то не повезло. Хорошо, что у меня сладкая пицца. Бедняжка Лили. Думаю, тебе сейчас будет очень жарко. Подумаешь, я с удовольствием это съем. О нет, мой рот начинает гореть. Ну вот, я же говорила. Смотри сюда, неудачница. Вот самая лучшая пицца на свете. Возьму кусочек побольше. Сладкое тесто, шоколадная паста и куча маршмеллоу. Настоящая мечта сладкоежек. Я бы тоже хотела попробовать хотя бы капельку. Извини, у меня на эту пиццу другие планы. Ведь она не только отлично утоляет голод, но и помогает сделать улетный макияж. А как тебе мой? Обхохочешься! Мармеладки, ура! Это ерунда! То ли дело начес! Мы еще посмотрим, что лучше! Какие милые цветные мишки! Просто прелесть! Возьму зеленого! Насыщенный яблочный вкус. Неплохо. Кейт, может, немного поиграем? Ты бросай, а я буду ловить. Окей. Ты такая меткая. Круто. Теперь моя очередь подкрепиться. Ты бросай начос, а я буду ловить. Что это? Похоже на красный перец. Сейчас будет жарко. Мамочки, я чувствую что-то очень-очень острое. Сейчас все загорится, остановись. Мои мишки, что ты наделала? Фу, какая гадость. Ну ничего, сейчас я тебе покажу. Возьму самый острый и самый большой начос. Добавлю побольше мармеладной массы. Готово. Кейт, угощайся. Ну как тебе? Понравилось? Ты испачкала мне все лицо. Не переживай, тебе идет. По-моему, становится немного скучно. Или же я все-таки поторопилась с выводами? Похоже, что да. Посмотри на наши тарелки, тут куча интересного. Ты уверена? Я вообще не понимаю, что у меня. Зато я точно знаю, что это леденец. И он наверняка очень вкусный. Чего сидишь? Пробуй. Так и быть. Кажется, внутри что-то есть. Давай посмотрим. Какие-то странные конфеты, они выглядят подозрительно. Только не это, снова остро. Сейчас я на тебя подую. Это не помогает. Мне нужны сладкие конфеты. О, да. Сразу стало намного легче. Вообще-то брать чужое неприлично. Ага. За это придется ответить. Смотри на этот маятник и слушай мой голос, Кейт. Теперь ты подчиняешься только ему. Возьми все конфеты и положи в рот. Что происходит?
почему мне опять так горячо? Ну вот, роллы. Мне они совсем не нравятся. Лучше бы мне достались сладкие вафельки. Ну уж нет, они мои. Клубничка, кстати, тоже. Теперь можно попробовать и вафли. Главное добавить побольше сливок. О, да, я знала, что это будет очень вкусно. Дай мне хотя бы маленький кусочек, пожалуйста. Спасибо. Как вкусно. Невозможно оторваться. Ты же просила всего кусочек, а съела все. Так нечестно. Раз тебе так хочется есть, то я добавлю к твоим роллам всю упаковку васаби. Приятного аппетита. Ну, спасибо тебе. Как страшно пробовать. Уверена, это настоящая жгучая бомба. Мой рот сейчас сгорит, а голова взорвется. Это выглядит так эффектно. Но, наверное, все-таки придется тебя потушить. О, как хорошо! Настоящее облегчение. Я уже соскучилась по сладенькому. Где же оно? Ого, капкейки! Мне опять повезло. Готова поспорить. Пончики, вот что надо. Как давно я не ела ничего сладкого. Ого, да тут внутри джем. Класс. Мои капкейки ничуть не хуже пончиков. Посмотри, как много крема. Этот сладкий перчик так похож на настоящий. Интересно, как он на вкус? О, нет, он и есть настоящий. Похоже, у тебя жар. Точно, даже градусник загорелся. Китайская лапша – неплохой вариант для сытного обеда. А меня устроит легкий и сладкий перекус с мармеладом. Тут еще и соусы. Мой клубничный. Это блюдо начинает играть новыми красками. Думаю, эта вилка подойдет для дегустации в самый раз. Перемешаю и попробую. Похоже на сладкие макароны. Необычно и очень вкусно. Кейт, ты уверена, что тебе нужен табаско? Да, но немного. Зачем мелочиться? Наливай побольше! Ой, извини, у меня рука дрогнула. Я, кажется, переборщила. Думаешь, меня это испугает? Как бы не так. Хотя выглядит, конечно, устрашающе. Ну вот, я опять горю! Табаско нужно срочно чем-нибудь запить. Но это же мой клубничный соус. Он только что спас мне жизнь. Ты можешь им гордиться. Куриные ножки, вау. Вот и ешь их с удовольствием. А я буду наслаждаться мороженым. Приятного аппетита. Какое громадное ведро! Клубничное, мое любимое. Приступим! Безумно вкусно!
Если ты не против, то я тоже начну. Горячо! Ага, кажется, я знаю, как остудить эти ножки. Добавим немного мороженого. Похоже, не сработало. Я начинаю закипать. Мороженое меня спасет. Что ты делаешь? Пытаюсь прийти в себя. Ну ладно, для этого мне мороженого не жалко. Какую еду больше любишь ты? Сладкую или острую? Если первую, то ставь лайк. А если вторую, подписывайся. Ну а тот, кому просто нравится вкусно есть, может сделать все сразу.